Ребят, ну что, порадовать пока нечем. Начался весенний тропический ливень. И все спрятались в шатер. Вот народ набился. Самые отчаянные, конечно, до сих пор щупают колеса у вездеходов. Что-то выспрашивают, мокнут. Но народ предпочитает все-таки пить кофе и разглядывать видео на телевизоре установленном. Ребят, я потерял Мишку, думал, он уже убежал к рыбакам туда рыбачить. А он, оказывается, в шерпе тут лежит уже на своем спальном месте. Хорошо тебе, Мишка? Да, но... Досыпаешь, да? Я торчу. Мишка сделал, видите, спальное место себе разложенное постоянное. Он теперь балдеет там. Сейчас я к тебе буду туристов водить, да. Показывать, да. Что? Показывай мне за деньги. Да. Посмотрите, какая делегация идет смотреть на спящего Мишку. Правда, что ли? Да. Да ты врешь. Мы его потеряли, он, думаем, где находится. А он у нас вон. Я думала, медведь. Вот спать. Да какой медведь? Вон Мишка спит у нас. Вот. Я думаю, куда он пропал, а он тут храпака давит, лежит, елки-палки. Включил себе вибасту. Мне тут плюс 22 градуса. Соляркой не пахнет. Ну как, ребят, впечатление? Отлично. Как с маршрутки того? В час. А, ну в кузове ехали, да? Да. Ну, я спереди ехал, в кузове ехал. Спереди едешь, радуешься, сзади едешь, радуешься, то, что не пешком идешь там. Не знаю, я на Черские пески на гусенице ехал, там много было хуже, чем здесь. Ну да, здесь как на полуздутом матрасе едешь, да, переваливаешься, спина не напрягается. У нас, в принципе, самый большой переход был дневной 200 километров, наверное. На вездеходах. Нормально. Если бы мы 200 километров, не знаю, на арбу, это фантастика, наверное, чтобы пройти. Это самое. Но терпимо, терпимо. Правда, приехали по 100 грамм и мы же отрубились сразу. Очень классно. Так, к нам приехали прицепы, внедорожные прицепы «Анвир». Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот он, мир тесен. Мир тесен, да. Приветствую. Рассказывайте, что это у вас такое на хвосте? Вот приехала. Кухня полевая. А, это полевая кухня. Где же каша? А сейчас будем готовить. На самом деле. То есть мы голодные сегодня не останемся, да? Ну, гриль я взял. А у нас гриль вчера был. Мы вчера готовили свиные ребрышки, стейк из семги и креветок, что на наживку брали. Поставили жерлицы и остальное зажарили это самое, на гриле. Не совсем понял. На наживку креветки брали? Да, на щуку. У нас вон там у нас стоят на щуку жерлицы. Креветку на жерлицу. Я думал, креветок уже начали ловить. Нет, здесь мы поймали только семгу. Атакуют нас подписчики. Говорят, видим, смотрим, знаем. Ну что ж, это не может не радовать, когда... Нас узнают и по результатам нашей работы делают для себя правильные выводы, интересуются машиной и раскрывают горизонты для себя новые, ранее недоступные. Ребят, мы решили покушать, и сегодня мы не брали гриль с собой, а греем вот так вот консервочки на вибасте. И сейчас минут через 15 уже можно будет кушать. Мы с Мишкой будем кушать борщ, и кому-нибудь достанется еще язык с пюре картофеля. А я, ребят, пока пойду прогуляюсь и проверю жерлицы. И вкусно ли вам? Вполне неплохо, да? Замечательно. Ой-ой-ой, какая красота. Не-не-не, ребят, я это самое. Еще бутербродики. Молодцы, молодцы. Вот так вот. Приехали на тест-драйв, ребята, разложили вкусненько и кушают. Самое, что приятное, нету пыли, нет угля. Да. И быстренько все, раз-раз. И все, шустренько, быстренько. Молодцы. Меня от этого. Ну, выходите, вытряхивайте кучу. Особенно, когда в полынье, точно надо вытряхивать. Замечательно. Ребят, ну что? Я еще раз хочу сказать, это очень приятно. К нам продолжают подходить подписчики. Всем привет. Привет. Вот, мы хотели подарить Герасиму и Мишане, поскольку они очень полезные, подарить чай, Иван-чай. Это
мой фирменный купаж собирала моя жена и дети. Ферментировали все вместе. Здесь купажированный иван-чай с листом черной смородины. Тоже ферментировали. Очень интересный дает букет. Вот. Настойный, все как положено. 16-го года урожая. Всем привет, катаемся на серпе. Замечательно, спасибо большое. Есть какие-то рекомендации, как его заваривать? Рассказываю. Значит, берете небольшой чайничек, все как китайский чай, ага. То же самое, его с полоской, с кипяточком, чтобы он горяченький. И второй чайник побольше, чтобы выливать туда заваривание. То есть залили первый раз кипятком, он у вас заварился, вылили в большой чайничек. Залили снова кипятком и снова вылили. И так до 3-4 раз по вкусу. Время настаивания меняется от поступенчика. Первый раз вы настаиваете 2-3 минуты, второй раз 3-4, третий раз 5 минут и так дальше уже. Иногда он до 4-5 раза заваривается, и каждый раз меняет запах и вкус, он видоизменяется. То есть это в принципе похоже на пуэр, способ заваривания пуэра. Проливной чай, там, либо это через ситечко проливается. Через ситечко я не пробовал. То есть можно попробовать? Можно попробовать, да. Все, кто нам запретит? Понятно. Вот. Мишаня, так, держи, будешь ответственный. Да. Спасибо большое. Такая высокая спасибо честь. Тебе. Тимофей, Николай, я Александр. Все, всех, ребят, всех большое спасибо вам. Пока. Спасибо, что смотрите нас. Да. Ваши поклонники. Спасибо большое. Удачи вам. Пока. Хорошего интереса. Ребят, очень приятно. Спасибо. Пока. Ну что ж, ребят, мы сейчас поедем с Мишаней, испытаем волокуши на воде. У нас будут сейчас, ребят, мокрые испытания. Да. Мишку будем катать во льдах. Скажу вам по секрету, Мишка очень сильно переживает. Да, ну не бойся. Мы тебя не больно утопим, да? Да. А мы попробуем поплаваем. Давай, Мишань. Наши сани едут сами. Так, погружаемся. Вот там вода у нас. Вот здесь сани. Да, все нормально. Все, поплыли уже? Нет еще. Заходим в воду. Нас тоже снимают. Санки чувствуют себя. Плывем, да, плывем, все нормально. Пока нет. Мы пока ехали, набросали снега. А так все нормально. Мне сказали, пока сиди, сейчас попозже перейдешь санки. Не волнуйся, говорит Мишка, все будет нормально. Я в это хочу верить. Потому что идти мне придется вон туда. Это я пойду туда. Вот туда. А, то есть ты не хочешь меня туда пускать? Нет, конечно, я туда пойду. Ага, хитрый какой. Ну давай, пробуй. Ой! Что ты? Я немножко упал. Так. Аккуратнее надо. Герасим Васильевич. Давай. Идет, делает шаг в историю. Васильевич, ты давай, держись. Держись. А? Да, выгнали меня, сказали, иди отсюда. Может, не надо? Что я могу сказать? Васильевич, ты сюда говори. Камера здесь, с этой стороны. Ребят, условия, конечно, экстремальные. Мне очень не хочется искупаться. Но, в принципе, конструкция устойчива. Можно ловить с лодки спокойно. То есть можно поставить стульчик туда? Да, можно поставить стульчик. И я, в принципе, могу сейчас сидеть рыбачить вот так вот прям на льду. Вездеход у нас тоже на воде плывет. Что? Так это лучше всего делать без льда. Да. В то время года, когда льда нет. Один гражданин ловит рыбу. Можно встать. Отсюда. Привет. Привет.
Лодка достаточно устойчива. То есть колебания вот. Ну, нет, я ее вот так вот даже не могу откренить, то есть она выталкивается, ребят. Для одного человека это избыточная плавучесть. И ну что, мне нравится. Мне нравится, шикарно. Михаил Юрьевич, попробуйте вернуться обратно. И убери, пожалуйста. Сухим. Да. Я вас рот закрываю, что, блин. Я буду браться за нее. А, вот, у меня здесь достаточно устойчиво все стоит. Давай, я отойду, чтобы плавучести добавить вездеходу сзади. Опа! Или хочешь, я вытащу тебя на сушу. Не надо ничего. Надо ничего вытаскивать. Блин. Давай, не надо, давай, бери давай. Руки. Бери, ничего не надо, Миша. Все. Конечно, обратно забираться не так просто, но как выбираться. Можно. Возможно это, ребят. Что я могу сказать? Мне нравится эта лодка. Я вообще пришел дать телефон Мишке, чтобы он сделал фотку. А потом обратно в лодку пойдешь? Блин, не пойду я. На самом деле, да, это прикольно все. Хорошо, но рисковать я не хочу, ребят. Потому что нафиг искупаюсь, закончатся все тест-драйвы. Одно дело летом. Мы что-нибудь придумаем? Надо, да, отработать просто варианты вот этого перехода. Какое-то здесь сделать. Какое-то что-то сделать, короче. А так, конечно, замечательно. Вот так вот все выглядит. Можно даже попробовать постоять на льдинке. А, я плыву. Не плыву, нафиг. Не плыву, тону. Что ж, наша лодка плавает. Нашей лодке хорошо. Будем выбираться. Держи, Михаил Юрьевич. Давайте, Герасим Васильевич. Вот так, ребят, испытания на воде прошли. В принципе, переход с лодки в шерп и обратно возможен. Теперь давайте попробуем выбраться. Закрывай сзади, Мишка. Так, закрываем. Открылось? Все закрылось, поехали снимать. Ну как? Отлично! Зупа, вунда! Ребят, сейчас вот покажем вам еще раз, как происходит заправка вездехода, перекачка с канистр в колесах, которые стоят в канистрах. Закачка идет. Есть там солярта? Есть, булькайте. Нам как раз ее выправить, эту канистру надо. Модная. Да. У тебя головка там была, ключом ты вроде крутил, да, Миша? Вот так происходит заправка. Вот такой вот заправочный шланг. Поисковик. И вот мы переделали вот такой вот шланг заправочный. Нормальный, резиновый, непрозрачный. Но уже ядерно функционирующий. Вот Мишка закручивает поисковую горловину. Да, все очень быстро происходит. Достаточно. Вот так катается тестовый шерп. Кто не приехал на тесты вездеходов, тот сам виноват.
Вот лыжник убегает. Ну что ж, вот так он преодолел это препятствие. Казалось бы, такую ступеньку и вышел. Спокойно вышел на берег с такой ступенькой. Сейчас вот у нас происходит накачка системы колес до 200. Мы накачиваем их для того, чтобы быстро подавать топливо. Так, ну что ж, вот мы и заправляем нашу машину соляркой. То у нас солярка-то кончается. Нам все ни по чем, у нас есть запас. Ну-ка покажи, как оно льется. О, как бодро льется, смотрите. Никаких моторчиков, ничего. Все у нас с собой всегда очень надежно и неубиваемо. Ребят, мы же полезные. Правильно, Мишка? Да, мы стараемся ими быть, народ. Да. Имеем возможности. Так что берите себе шурповоды на вооружение. Вот такую заправку перелив с канистр в баке. Ну что ж, ребят, так получилось, что мне опять приходится катать на тест-драйве. Будем заряжаться эмоциями. Ребят, чья здесь девяточка? Тут кто на девяточке хотел проскочить? Да, вот да, девяточка да. Чья-то вот тут торчит. Нам девяточки соперничать никак. Что у меня? А страху-то натерпелись, а? Не то, чтобы натерпелись, а просто самому приходилось. Но на ней ездить как-то тоже у меня пассажиры боятся. Но такие наклоны боковые, это довольно так... Машины. Типа вот таких. Да. Это проблема пенька. Давайте. Вот покажу маневренность машины. Примерно как у танка. Вообще да, очень классно. То есть ни один автомобиль или вездеход с классической схемой поворота этого не повторит. Либо нет, я имею в виду с классической схемой, это когда обычное рулевое колесо у тебя и поворачивающиеся колеса. Это надо было бы делать в несколько заходов. А здесь ручки На заводских машинах предусмотрено, у нас этого нет. У нас машина боевая. Но вы же не в шлемах здесь ездите? Нет, конечно, вот как мы ездим, вот так и ездим. Ничего не меняется. Я вообще успеваю вас снимать, так что на канале у нас на канале можете себя потом посмотреть. Обязательно. А плавненько вообще идет. Сзади это не так плавно, но сзади надо радоваться, что не пешком идешь, потому что мы едем. Это делаешь сегодня, да? А, нет, я вообще это делаю в первый раз, так что, ребят. Чуть-чуть черпанули, но ничего страшного. Это бывает. Кстати, вот эта крышка герметичная, она хорошо делает? Да. Зато сколько эмоций. Thank you.
обратно. То есть сейчас мы, оп, хотел показать, одной стороной мы ехали по льду, другой по льду. Ничего страшного не происходит. Да, можете рыбку поразглядывать, ручки помыть. Вообще, кстати, наверное, рыбачить не дома. Да, мы прям бывает ловим вот так вот. Впечатление. Шикарно. Потрясающе, просто потрясающе. Это вообще такая необычная штука. Я рад, что заходите к нам на канал, смотрите и вспоминайте. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.